Интересно. Мертвый блондин или живой блондин? Собачка сдохла в первую же секунду. Нехорошо отдавать так свое преимущество. Странно, что, кстати, не идет атаковать после того, как он убивает собаку, но я не знаю, ему, видимо, виднее. Потому что я от него набрал ума разума точно. Эдди ставит большое попа-сверло и случайно писает под себя, потому что, видимо, кнопочки было не дожать. Большой коконат превращается в очень хорошую атаку для Кая и, соответственно, выход на камбу, которая почему-то была не сделана. Первый раунд за трейдером. Я даже не заметил, если честно, как у него жизни ушли. Вроде трейдер ничего не делал, но убил каким-то образом. Блокабл с отличным кроссапом. С отличным кроссапом, вейкап. Отличный нокдаун. И уходит на комбо. Ну, у Кседа очень мало шансов сейчас вернуться, потому что у трейдера есть бурст, уже есть собачка, уже есть очень большое преимущество. Но удар в песок сделал свое дело, и комба, миксап, бёрст. Если бёрст был бы забейтен, Эдди бы уже не было. Собачка убрана, у Кседа есть отличный шанс. Я думаю, Ксед сможет. Ксед может побеждать. Ксед молодец, Ксед давай вперед. Эдди ушел в лужу, и после этого как-то очень сильно протупил, но Ксед сожрал большое сверло. Трейдер может сказать очень большое спасибо за этот бэкдэш, потому что этот бэкдэш стоил очень дорогого. Начинается со смачного контра, но странно, что почему Ксед не стал делать стан-камбу, которая, в принципе, это раунд для Эдди. Нескомбленное сверло, что странно, как бы... Каю не выпрыгнуть из них, но странно, почему он делает это. Отличный паниш. Ололо, французский бюрст очередной. Французы, я думаю, кашляют и не спят целыми днями после этого. Не было бюрстбейта, но Кай, похоже, намерен взять этот раунд. Отличный броска и шлюха он блока была от трейтера. О финалах с лузеров у нас играет Гог и Фаном. Венеров. Тот, кто проиграет, идет играть с победителем этой пары. Ой, отличный сладкий даст. Вкусный медовый даст. Который все очень любят есть у Кая. Кай просто не слезает с Эдди. Я могу сказать, что у них стан-камба... Нет, ни стан-камбы, ни сагалупа. Это просто, я могу сказать, что это фейл на фейле. Очень далекий прессинг, чтобы засейвиться от ДП, соответственно, чтобы убили собаку. У Кая бюрст ПКД, грубо говоря, потому что... Без бюрста... Бейт запоротый. Что же будет делать Кай? Отличный коконат и берет раунд. Давай, Ксед, мы в тебя верим. Очень сильный прессинг начался. Сейчас будет лужа блокабл. Но был запорот, потому что бейтил из ДП, можно сказать. Трейдер просто так отдал вейкап халявный с халявным домобом. Очень хороший сканинг. Очень хорошо управляет своей собачкой, проходит сквозь прожектайла. И вейкап с большое сверло, маленькое сверло, контр-слэш. Не контр, обычный слэш. И что это был за даст, господи? Даст как антиэйр, даст как просьба о помощи. Я думаю, если ты будешь кричать громко Богу, то Бога придет и поможет тебе камбэкнуться. Поэтому давай. Как раз. Очень хороший момент, чтобы камбэкнуться. Миксап. Отлично, трейдер, давай. Контр-слэша. Ну, все, и командный бросок. Лопает мочевые пузыри.